был продобрей. На земле не найти добрей. Продобрей стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Как-то раз, встретив льва, Продобрей оробел сперва. И с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво: чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два. Что же было потом? Ясно всем, кто со львом знаком. Стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу словно пудель, съел со всем инвентарем.